Ну вот над этим озером непонятно. А вот идут вдоль гор так вот близко. Это типа. Это типа набирать пытаются поток. А. Тут же смысл в чем? Найти поток и поработать с ним. Летаем на природных потоках. Ну а если ветра нету, то и просто планируешь вниз, да? Да, ну вот ты сейчас видишь, мы начнем планировать вниз. Я выбрал высоту, теперь я ей пользуюсь. Ага. Я полетел. Дашь мне камеру, я поснимаю со стороны. Вот слева буду пойдет сезон дождей, там все начнет наполняться, шуметь, да? Ну я бы не сказал, что наполняться больше, знаешь, из-за чего оно наполняется, держи. Из-за того, что снег тает. Снег выпадает, снег начинает таять, вот, начинает наполняться. Вот. Работает оно типа того. Ага. Так, ладно. Все равно не понимаю, почему называется арка? Арка это вот так? Они арка, дружба народа, назвали так. А там же, видишь, если зайти, то ты на балкончике будешь стоять, и такое ощущение, что это арка. Давай фоточку сделаем. Смотри назад. Подожди. GoPro, стоп видео.